публикация в журнале «Популярная механика» под названием «Каким может быть конец Вселенной? Новая научная теория». Хотя это не только про конец Вселенной, но еще про одну гипотезу нашей Вселенной. Итак, читаем. Согласно теории российских ученых, если во Вселенной есть границы, то в ней нет темной энергии. То есть Вселенная замкнутая, по их предположению. Согласно гипотезе, выдвинутой учеными Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, расположенного в Калининграде, у Вселенной есть границы, и при этом в ней отсутствует темная энергия, гипотетическая форма энергии, о наличии которой ведутся споры, имеющие отрицательное давление и равномерно заполняющие все пространство Вселенной. Так вот, о чем говорят эти ученые? Тот факт, что наша Вселенная расширяется, был открыт почти 100 лет назад. Но как именно это происходит? Ученые осознали только в 90-х годах прошлого века, когда появились мощные телескопы, в том числе орбитальные, и началась эра точной космологии. В ходе наблюдений и анализа полученных данных выяснилось, что Вселенная не просто расширяется, но расширяется с ускорением, которое началось через 3-4 миллиарда лет сразу после рождения Вселенной, говорится в этом научном материале. Долгое время считалось, что пространство заполнено обычной материей, звездами, планетами, астероидами, кометами и сильно разряженным межгалактическим газом. Но если это так, то ускоренное расширение противоречит закону гравитации, согласно которому тела притягиваются друг к другу. Гравитационные силы должны были замедлять расширение Вселенной, но никак не ускоряли бы его. Тогда родилась идея, что Вселенная по большей части заполнена не обычной материей, а некой темной энергией, которая обладает особыми свойствами. Никто не знает, что это такое и как работает, но согласно одной из теорий, 70% Вселенной состоит именно из этой темной энергии. Существует математически обоснованная модель Вселенной, в которой происходит дополнительное отталкивание и где нет противоречия между теми фактами, что расширение Вселенной ускоряется и при этом действует закон всемирного тяготения. Вместо темной энергии во Вселенной действует эффект, аналогичный эффекту Казимира. Что это за эффект? Если представить, что у Вселенной есть границы в виде некого подобия стенок, вот на эти стенки и распространяется этот эффект отталкивания. Эффект Казимира – это взаимное притяжение проводящих незаряженных тел, например, близко расположенных друг к другу пластин под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Грубо говоря, речь идет о колебаниях вакуума вследствие рождения и исчезновения в нем виртуальных частиц. Чем ближе находятся тела, тем активнее подавляется рождение частиц между ними. В результате давление между телами становится меньше, чем давление на них извне, где рождение фотонов ничем не ограничено. Так происходит притяжение. Подобный эффект наблюдается и во Вселенной, между ее границами, с обратной стороны которых описанное давление частиц отсутствует. И оказывается, что есть давление на границе с нашей стороны, то есть изнутри, что и заставляет Вселенную расширяться с ускорением.
Thank you.